Прости, представляю, как варочный на 600 литров масляный. Спереди стоит и 4 длина по 10 киловатт, 2 зажима. Ручка для того, чтобы можно было открыть. Чаша с прогибом. То есть крышку ставим. Крышка сути, ну, то есть, двойная. Кран слива до 80 в торце стоит. Пульт управления, то есть закрываем крышку. Закрываем зажимы. Котел масляный, то есть за краники уровня нижний, средняя расщелинная воронка. Пульт управления на стенке. Получается, включается сетевая, не будет воды. Терморегулятор стоит защита по перегреву. По большей температуре сработает авария. И два температурных датчика для продукта, для сырья. И по площади включаем 10, 20, 40. Это сетевая. При защите температуры загорится желтая лампочка. Датчик варим в стенку котла, чтобы контролировать температуру нагрева. Все, котел готов к работе.